Ой, ребят, у меня все собираются на улице, а я в целом чем хочу заняться? Как вы знаете, Свет у меня на 9 мая марширует, короче говоря. И вот эту вот ленту, она у нее постоянно вот так вот, она на руку вот так вот одевается, и она у нее спадает из-за того, что она широкая очень. А тут на липучке я хочу еще дополнительную липучку сделать, немножко ушить как бы вот так вот. И получится у них тут будет две липучки. Вот так. Сделаю и все. И она ушьется и будет в самый раз. Кто захочет себе побольше сделать, кто захочет поменьше сделает. И вот сейчас буду ушивать. У меня машинка сломана, муж пока ее еще не починил. Придется ушивать вручную. Ниточки белые достала. Я сначала думала ниткой мулины, мононити вот этой вот прозрачной сделать. А потом что-то я не стала ее прозрачной нитью делать. Сейчас сделаю обычной белой. И мне надо иголочку, иголку. И ушивать будем с вами ее. Чтобы ребенок ее нигде не потеряла, пока марширует. А то придет к концу, да? А повязки нету на руке. У меня вот такой чемодан для всех моих ниточек, которые такие. Я тут уже вчера себе помечала этой... Ой, извините, привычка дебильная. Нитью, не нитью, а этим маркером смывающимся. И что вы думаете, сегодня встала, а там уже пометки этой нету. Я ночью делала, помечала вот этот вот. Фу, этот говорю. Нет, не этот, где? Вот он. Маркер, он смывается с любой ткани. Это вышивальный мой маркер. И я тут беру, просто беру вот так вот и помечаю. Все. И пометила. Вчера я также помечала, и оно все за ночь ушло. Короче говоря. Как-то так. Да, вот сюда вот и надо будет приделывать. Теперь мне надо понять, куда какую липучку крепить. Так, а это вот так. Это сюда. Все, разобралась. Буду пришивать. Потом, если вам интересно, оставайтесь со мной. Я вам все покажу. Все, пришиваем. Все, ребят, приделала. Видите, здесь две липучки получается, и здесь две липучки будет. Все, оно теперь будет вот так вот закрепляться и слетать не будет, и повязка будет хорошо и незаметно даже, что я пришивала. Все, повязка готова ребенку. Осталось ее только настирать хорошенько, постирать беленькая, чтобы была чисто белая, а то она какая-то вся у них замызганная, видимо, не стирали что ли их. Ну, они у них лежат как реквизит, так только на 9 мая, наверное, пользуется. И надо постирать сейчас. Все, сейчас я переодеваюсь, допиваю чай и идем на улицу. Мне надо развешать одеяло, поставить следующую стирку, развесить носки, поставить следующую стирку. Короче, работы сегодня очень много. Глаз болит до чертиков, ребята. Вообще прям не могу, глаз болит сильно. Так, и мне надо было пульсометр свой. Вообще-то нет, пускай будет здесь. Ну все. Все. А еще вот такая вот георгиевская ленточка будет прикреплена ей к одежде.
Это Маша вчера они раздавали, тут ходили. Я у себя в контактах репост делала обычно. Делаю. Не помню, вчера делала, нет, репост. И вот они там раздавали георгиевские ленточки. Я Машу попросила, чтобы одну принесла нам, потому что Свете надо будет на костюм тоже одевать. У меня вот даже видно, один глаз белый, другой глаз красный. Кошмар, да? И припухший немножко. Ну ничего, пройдет. Ладно, всем хорошего дня. Так, в целом, развесила снова пледы. Муж мне натянул веревки, сейчас буду делать. Вот эту дорожку хочу снять и постелить тут в пристрое. А муж там делает крышу, там у нас вообще вся прогнила. Ваня, Марина, вы где гуляете? У меня на штативе уже стоит. Играете? Ну, играйте. Мама сейчас вот так туда штатив поставит и будете играть. Да? А мама потом... Мама пойдет развешивать белье, а вы играйте. Играет, ребятки. Сегодня погода хорошая. Вообще, какая у вас погода? Мама. Да. Ну, Ванечка, маме пока некогда, хорошо? Так, ребят, чем хочу заняться? Сейчас вас вот не поставлю, чтобы мне удобно было. Да, вот так вот. Короче говоря, тут у меня помидорки вот эти вот. Это у нас будут янтарные. Тут их 3 штучки. Я хочу вот в такие горшки пересадить их, чтобы они росли. Это двойные горшки у меня. И вот в них посажу. Это черри маленькие. Здесь у меня в парнике навоз хороший. Ну, земля удобренная навозом. Поэтому я их сюда и буду садить. Так, 2 палочки. Где третья палочка? Где-то, видать, потеряла я уже 3-ю палочку. Их было 3 палочки. Ворона где-то потеряла, но сейчас найдем 3-ю палочку, это для того, чтобы держалась. Все, набираем землю и садим. Так, пока пускай промочится, мы сейчас с вами все 3 горшка сначала наберем, а потом будем уже садить. Мусор стараемся сразу какой-то, если вдруг попадаться, будет убирать будем. И все, и вот так вот пересадим все 3 помидорки. И также остальные черри я хочу по горшкам сделать, а не на грядке или не в парнике высаживать. Будет холодно, будем домой заносить и все. Все 3 готовы. У меня вот такие лопатки маленькие. Сейчас будем с вами доставать и высаживать. Я надеюсь, вам все видно. Так. Вот так вот. Я их специально поглубже сажу, чтобы потом можно было еще земелькой присыпать. Они корешочек дадут, укрепляться. Будет самое то. Перчатки хотела одеть и забыла, видите, нет. Вот такая вот я ворона. Так, первый с вами наш готовый. Ну, потом дома я еще полью его хорошенько. Просто сейчас на улице мне удобнее пересаживать. Поэтому я вышла на улицу. Второй помидорчик липенький. Ну, посмотрим, если приживется, так приживется. Нет, уберем и другой посадим. У нас как бы в этом плане ничего страшного. В том году, вот, который дома я растила, они лучше плодоносили, чем другие. Я не знаю, вам видно или нет. Вот. Тут земля с навозом, удобренная, хорошая. Польем мы еще потом, это пока сделаем. Так, и третий наш помидорка. Этот самый крепкий из всех, что был. Вот. Вот он, земельку. Сюда. Покрупнее. Корешочки сразу убираем. И все, наши помидорки, считай, пересажены.
Я в том году вот один так садила, тоже вот в такой же горшочек, и мне понравилось. Потом хочу по мере возможности большие такие горшки купить. Очень удобно. Все, ребята, пересадили с вами три помидорки. У нас там еще янтарные. Так, это мы пересадили с вами янтарные. А, там, значит, еще другие остались. Все, пересадили. Пусть наши помидорки растут и